чистая. Ух, щука, вода чистей, чистая, видишь, прозрачная. Всем привет! Как вы помните, в прошлой части, если вы не посмотрели, обязательно посмотрите, мы добрались до последнего места на карте, куда можно было пробраться машиной. Спасали 6 часов УАЗика из болота. Достаточно долго ехали, замучились, и вот сегодня мы уже едем от базы, где оставили машину, до места без дорог. Вот видите, вот эта дорога на данный момент заросшая, вот так вот, ну, вот такой вот она стала, потому что мост давно сожгли, и за реку уже никто не проезжал. Едем до точки, где у нас будет лагерь. Нам надо до этой точки добраться, проложить маршрут. Лесник у нас остался на месте там, а мы вот пошли в разведку вот в таком формате. На одном вездеходе 2 человека. Везем какие-то вещи, приедем на место, выгрузим, поедем еще. Лесник у нас имеет обкаточный режим, поэтому сильно мы его не грузим, не насилуем. В общем, смотрите сами, что из всего этого получится. Приятного вам просмотра! Дороги уже, наверное, более 10 лет не езжены. А если не больше? Может быть и больше. В общем, пробираемся. Миша, 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 слышно нас? Миша, у нас нормально все, двигаемся по болоту. Как у вас дела? Миша, не слышу тебя. Где-нибудь повыше встань. Не слышно тебя. Так, народ. Герасим Васильевич у нас уехал первым рейсом разведать дорогу. Мы только что связались по рации. Они где-то уже рядом возвращаются. Вот остатки пожитков, которые у нас остались. Вот вторым рейсом у нас уходит лесник. Все пожитки на место, где мы будем ловить крокодильских, карельских щук. Вон где-то их уже, по-моему, даже слышно. Не слышишь, Кирилл? Шерпа. Они уже где-то рядом. Они идут. Ребятки, ура, у нас 1111 моточасов. Красота. Разыскиваем дорогу, ребят, старую. Древняя. Зрак-то какой! О, рыба, видишь? Да. Щука! Не щука, какая-то плотвица. Ах ты, красота какая, да? Красота какая, здесь крокодилы должны. Отсюда заедем, он. Да, цинк на ночевочку. Все, да, здесь можно, да, поставить палатки, все, вырубить место там. Да? Все, видишь, здорово. Сыро. Ну, чешуя, ребята, обнадеживает. Вот это вот ясь. Чешуя обнадеживает. Сыроватенькое место. Здесь как причал, лодки, все. Поставить. Заводи там вообще. Заводенки. Там вообще, да. Вот этот ручей вон там. В речку выше подняться можно. Все, ребятки, нашли место для лагеря. Вот здесь вот на возвышении будет. Здесь тропа прямо идет к воде.
куда мы причалили, вот причал, там можно будет рыбку чистить, там погружаться оттуда. Прозрак обалденный, метра 3-4, я бы сказал, очень хороший, вода чистейшая просто. Вон вездеход стоит, я сейчас к лагерю перееду, мы выгрузим вещи и пойдем вторым рейсом за лесником и за ребятами всеми забирать. Это мы сейчас пробивали, чтобы двумя вездеходами не толкаться здесь. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстрим» и «Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду «Герасим Шерп». Подробный обзор вездеходов в описании. Там живет медведь. Вот черт тебе. Ну че нам этого не надо? Так, смотрим, щука стрельнет. Какая гигантская. Ай, хорошо, сушивочки. Вон она. Вот, ребят, нашли избу такую. Сейчас посмотрим, что тут интересного есть. О, тут вообще, смотри, автобан. Да-да-да, я же говорю, вот эта дорога, и мы по ней поедем. Да, сюда люди вот приезжают и рыбачат серьезно, по ходу дела. О, привет, народ! Тут серьезно рыбачат, смотри-ка. Ну, полежкой прикрыто. Самострела не было. От росомахи или от медведя. Бывает. Ставят, сейчас делают. Слушай, хорошая изба-то, чистенькая все, вообще красота. На шестерых? Да, большая. Это, значит, вам про нее говорили. Посмотри, печка здоровая. Здесь вон обувь, все чисто. Не, хорошая, я хорошая. Про нее говорил. Хорошая избушка. Зайди, посмотри. По-моему, сделано все. О, как хорошо, слушай, чистенько, аккуратненько. Да, чистенько избавься. Ребята, смотрите, кто, неваляшка. Ёлы-палы. Еще из таких неваляшек мы в детстве делали дымовушки. Дымовушки. Да. Спичный коробок и мусоропровод его. Ух, дыма было. Ребят, ну что, рыба здесь есть. Вот посмотрите, вон, чешуя вот там какая. Вот там вот уже серьезная рыба. Посмотрите, да. Вот чешуя. Чешуя, ну вот она чешуя, посмотрите, с ноготь, больше ногтя пальца. А вот и бошки, вон а щука, вот щука ей, окунь крупный. Ясь. Вон, бошки. Ну, вот так вот, конечно, это неправильно оставлять, это Мишка будет приходить. Ну, им, видно, нравится. Хулиганить. Это ясь, это щука. Да. Мишка будет хулиганить ходить. Поезд на Воркутю приходит на третью путю. Тетя, не надо нам тютю, у нас всего одна путю. Ребята, автобан тут практически. Возвращаются наши разведчики.
прогнули где-то. Где-то лазили по каким-то чищобам непроходимым. Что это такое, а? Как так? Как же так? Герасим Васильевич, как же вы так? Ну что, господа? Погнули вездеход. Ребята, ну там что-то. Чуть-чуть там погнули. Такое озеро. Да? А рыба? Плещется? Там вообще. Да? Так, ребятки, едем, второй рейс делаем. Ну что, ребят, мы почти что собрались. Покидаем избу. Мы сюда еще вернемся для того, чтобы накоптить рыбы. Мы забили вездеходы прям под самую. Вон там. Вон. Прямо на крышу снаряжение для... У нас через шерп света не видно. У нас туристы как узнали, что вездеходом будем вещи возить, сразу подобрали по два прицепа на каждого. Приходится теперь растаскивать все это барахло. Жуков гараж. Ведущее тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений. Оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Лесниководы первый раз на воду спускаются просто. Немножечко боятся. Давай, давай, давай. Да нет, накачиваемся.
Накачивай колеса. Так. Третьи сутки пути. Щуки уже близко. Народ, мы плывем, вода торфяная, непрозрачная, идем на винте, подруливаем колесами, обходим вон те кувшинки, дабы не намотать их на винт. На том берегу мы видим лодку, чуть левее нас будет встречать Герасим Васильевич. Здрасте, щуки, мы приехали к вам. Так, народ, у нас раннее утро, но мы постепенно перебрасываем лагерь с точки А в точку, по нашему мнению, Ре. Ре. Точка Ре-ще. Хорошая точка, я согласен с тобой, Гамет. Вот, встает раннее северное солнце. Оно, в принципе, не садилось там, где-то немного за горизонтом побалакалось. Мы таки добрались до заветных мест, до которых с таким трудом, с такими усилиями пробирались. Все, лесник трудяга нас довез, проплыл, просяпался между деревьев, кустов. Вот. Гамет геройски довез нас сюда. Да. Все хорошо, все здорово. Так, и вот это все нам на 3 дня буквально. Нет, это только, наверное, ну не все еще, еще что-то привезут. Ну, сейчас привезут еще. Ну, будем ждать Васильича. А ждать, наверное, мы будем его, скорее всего, закрыв глаза и громко храпеть будем. Разложим лесника и заснем. Потому как третьи сутки в пути. Ух! Ух, приключуха какая! Да, ребята, мне и в третий раз пришлось съездить обратно до машин, потому что кто-то что-то забыл, что-то не доложили. Я уже плюнул и просто поехал. На всю дорогу туда-обратно у меня уходило где-то 2,5 часа, причем час это пока я летел туда пустой и 1,5 часа там груженный, когда шел. Где-то я варьировал варианты дорог, там еще что-то. Ну, для меня потом выяснилось, что самое легкое это идти по болоту, нажав тапочку, и, как видите, я уже практически накатал на болоте трассу. Ну, что могу сказать? 3 суток мы добирались до этих озер. И, наконец-то, думаю, что у нас получится что-то половить, походить и отдохнуть. Потому что мы реально устали. Это сон по 3 часа, по 4. Это какие-то ненормированные резиновые 48-часовые сутки. Это тяжело. Больше я надеюсь, что в таком вот формате, когда с нами едут не вездеходчики без вездеходов и у которых с собой целый прицеп барахла, у нас повторяться не будет, потому что это не отдых, это уже какая-то работа. Ну что ж, смотрите следующую серию. Я надеюсь, будет интересно.